Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить кампанию за протосов в StarCraft 2. Рахана! Хранитель! Рахана! Артанис! Амун! Я чувствую твои сомнения, страх, одиночество. Ты блуждаешь во тьме. Дай мне освободить тебя, вас всех, от мук этой жизни. Бесконечный цикл раздора и страданий подходит к концу. Твои слова, я Тамун. То, что ты делаешь, ведет лишь к смерти. Я дарую предназначение, конец цикла, навязанного всем вам. Сопротивление лишь приумножит страдания. Закончилось, Иерарх. Он ушел. Теперь понимаешь, почему тебя нужно отделить от Кхалы. Ее свет угас. Я не поддамся. Я выдержу. Я испытала его гнев. Видела его правду. Если ты не оборвешь связь с Кхалой, тебя придется лишить свободы. Держать в стазисе. Я сохраню Кхалу любой ценой. Если это цена заточения, так тому и быть. Еще 15 единиц. А, не хватит. Стоп, хватит? Оу. Грустненько. У меня же вроде 30 было. Или оно типа считается еще из-за вот эти вот. Ну окей. Пусть будет. Уже ничего не вернешь обратно, походу, да. А, вернешь обратно. То есть я могу вот это взять. 200 единиц урона. Ну блин, 200 единиц урона — это получше уже. Пожалуй попробуем. Так, военный совет. Иерарх, наша армия пополнилась роботизированными штурмовыми войсками. Я вернулся, чтобы служить. Улучшенный барьер. А, то есть в два раза больше будет поглощение. А здесь что? Адун Таридас. А, теперь он может по воздуху стрелять. Но... Блин, получается, я смогу их вместо сталкеров использовать. Тогда танчить у меня будут зелоты. Потому что эти танчить явно не смогут. Давайте попробуем. Я не уверен, что это хорошая идея, но почему бы и нет. Так, звездный атлас. Шакурас Гласиус. Что дает Гласиус? Зерату, друг мой. Ключ, о котором ты говорил. Не, ладно, Шакурас. Неразимы Шакураса ритуально прерывают свою связь с Кхалой. Благодаря этому лишь они из всех перворожденных сохранили свободу. До них нужно добраться прежде, чем это сделает Амун. Интересно.
Тамплиеры. Нет. Иерарх, Шагур захвачен. Потери огромные. Подожди, мы получаем сигнал. Слава богам! Артанис, ты жив! Матриарх Варазун, что произошло? Шагур спал. Врата искривления, ведущие на Айру, вновь открыты. Из них выходят полчища зергов и гибридов. Они разрушили наши города, перебили стражей теней. Мы пытаемся эвакуировать население, но я не уверена, хватит ли у нас сил продержаться достаточно долго. Мы выиграем для вас время, матриарх. Тамплиеры уже в пути. Ну, давайте, выиграем. Я-то думал, это типа будет подкрепление для них. В смысле, для нас. Но... Зерги продолжают заражать Телематрос. Эвакуация моего народа под угрозой. Твоя помощь придется очень кстати, Иерарх. Получается, это мы для них будем подкреплением. Ну ладно. Весь Шакурас кишит зергами Амуна. Мы удерживаем лишь юго-западный квадрант Телематроса. Но это продлится недолго. Население нужно эвакуировать, но пусковые комплексы заражены зергами. Их могут очистить лишь наземные войска. Когда комплексы будут очищены, корабли смогут покинуть Шакурас через планетарный канал искривления. Значит, мы очистим их. Твой народ будет спасен. Что-то дежавю. Мне кажется, даю что слово. Вот эти вот брифинги можно уже не смотреть, потому что они одни и те же. То есть одно и то же надо делать. Ну, я не жалуюсь, мне нравится, но... Ну да, короче. В этой битве тебе пригодится помощь моих темных тамплиеров. Темные тамплиеры. Они разят из теней, и враги не могут нанести ответные удары. Ага. Значит, нам урон нужно грейдить. Сумрак. Ой, нет, стоп, это... Это три. Так. Давай. Погнали. Страх — это иллюзия. Артанис, рядом с тобой открывается разлом. Это гигант пустоты. Ух ты. Круто. О, боги! Его цель — канал искривления. Воины, мы должны уничтожить его прежде, чем он разрушит канал. Тамплиеры, сражайтесь как один. Давайте. Неплохо. Гигант убит. Но это ни к чему не приведет, если мы не очистим пусковой комплекс. Пусковой комплекс. О, газик. Газик нам нужен. Определенно. Много газика. Я так понимаю, что мы будем... Штрафовать в основном только этих тамплиеров. Стоп, я уже не помню, что видит. Эти штуки, которые по воздуху стреляют, палят невидимо. Осторожнее. Вот. Ползучие споровики и владыки могут засечь наших темных тамплиеров. Убейте их первыми. Сейчас
Покушение завершено. Замечательно. Какова твоя... Какова твоя профессия, темный там? Нужно построить больше пилон. Блин, пилон. Укрепите оборону! Отряд зергов выдвинулся в сторону нашего Нексуса. Моя профессия — темный тамплиер. А твоя профессия какова? Нужно построить больше пилонов. Я сошел с ума. Я клинок неразимов. Окей, мы еще две вещи построим. Ну и газик еще, конечно же. Газик. Интересно. Ништяк. Хатум. Я всего лишь видение. Неразимо. А можно мне как-нибудь тебя убить? А, он патрулирует. Во имя пустоты. Я всего лишь видение. Слушаюсь. Нет, 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 нет. Я клинок неразимов. Умно. Второй гигант. Он атакует канал искривления. Артанис, Талимадрас обеспечивали энергией несколько хранилищ Соларита. И если сможешь добраться до них, Соларит твой. Да, это замечательно. У меня другая проблема. Заняться очисткой пусковых комплексов. Ну да. Слушаюсь. Я всего лишь видел. Нужно построить больше пилонов. Да чтоб тебя. Матриарх Варазун, первый пусковой комплекс свободен. Продолжайте эвакуацию. Слушаюсь. Я всего лишь видение. Клинок неразим. А. Понял. Блин, их еще искать нужно. Они не показываются на карте. Хотя нет, вообще-то показывается, да, просто немного по-другому. Нас вроде ничто тут не должно обнаружить. А, должно. На давайте. Наши зомби напали. Блин, оно не показывается. Я хочу затестить. Да, работает. База атакована. О боже мой. А, не, нормально, нормально. Пусть работают. Избавились от этого. У нас один лишний есть. Загадимся. Так. Улучшение готово, теперь вот это. Достраиваем эхо. Идите, пацаны.
как говорится, что-то пошло. Я клинок неразима. Нужно этого через снести. Слушаюсь. Я всего лишь умный. Окей. Возможно, я был неправ. Я выхожу из тени. Видите, что я должен? Появился еще один гигант. Вы знаете, что делать. Стоп. Во имя пустоты. Вот так будет лучше. Пойти прям туда. А можем по-другому поступить. Умно. Какова твоя воля? Какова твоя? Хату. Интересно. База атакована. Ну, я все равно взял. Что я должен сделать? Я выхожу. Наш пилон атакован. Не нужно атаковать. Слушаюсь. Наш пилон, пожалуйста. Еще одного гиганта. Убейте его, пока он не разрушил канал. Сразу. Умно. Я всего лишь видение. Какова твоя воля? Он новую строит. Зараза. Я всего лишь видение.
Мы сразили еще одно чудовище. Неужели им не будет конца? Будет, будет. База атакована. Я клинок Неразимов. Слушаюсь. Разберу. Что я должен сделать? Я клинок Неразимов. Интересно. Освободили второй пусковой комплекс. Отлично. Половина комплексов уже отправляет спасательные суда. Да, но где же... Где же халява-то, а? Я клинок Неразимов. Или не будет халявы? Я всего лишь видение. Где наш Соларит? Там ресурсы. Блин, стой. Наш пилон атакован. Сумрак сорвёшь. Халява. Покажу из тени. Интересно. Артанис, я вижу еще одного гиганта пустоты. Он появился в самом центре города. Это будет сложновато слегка. Какова? Я выхожу из тени. Ой, только не на мою базу, пожалуйста. Наш пилон атакован. База атакована. Мою все же. Время битвы. Наш пилон атакован. Жесть. Вы отважно сражались, воины. Гиганты Амуна не ровня тамплиерам. Ну как тебе сказать? Грустненько все же. Устранили заражение. Осталось очистить последний пусковой комплекс. Во имя пустоты. Ой, это основная база, типа, да?
нельзя так убивать, я не знал. Уходим отсюда. Интересно. Я клинок Неразимов. Нет, что? Или я здесь был, я понять не могу. Хатум. Я всего лишь видел. Во имя пустоты. Требуется больше Виспена. Ты как требуется больше Виспена. Нам нужно газик найти. Я клинок Неразимов. Интересно. Слушаюсь. Блин, я боюсь. Хатум. Нас мало осталось. Я всего лишь... База атакована. Интересно. Нас берут у нас. Здесь нет халявы. Я зря сюда полез. Только газ. Пустоты. Хатум. Я всего лишь видение. Ладно, уходим отсюда. О, газ. Я клинок Неразимов. Сколько там оно стоит? 125. У нас 6 казарм. Ой, нам нужно 700 с чем-то, правильно? 750 нам нужно. Сумрак согревает меня. Что-то как-то не хватает. Интересно. Давай ко мне мои 750. Пожалуйста. Благодарю. Страх. Теперь ты должен загадить этими фотонками вообще все, что тут есть. Так как у нас куча минералов, а углеводов нет нифига. Интересно. Умно. Слушаюсь. А у них никто не палит. Я всего лишь видел. Интересно, есть ли кто-нибудь из вас, кто меня смотрит, знает, для чего эти штуки нужны? Мне казалось, что они нужны для того, чтобы создавать бейдинг. Ну, похоже, да? Ну, я ни разу не увидел, что они делают. Или это просто декорации, что ли? Умно. Последний. Все пусковые комплексы под нашим контролем. Матриарх, заканчивай эвакуацию. Ты спас мой народ, Артарис. Твои деяния никогда не будут забыты. Это было как-то легко. По всей видимости, реально надо было сначала сюда лететь, потом уже к тиранам, но увы. Блин, насколько же изи можно было бы пройти ту миссию с тиранами, если бы у нас были эти тамплиеры. Ну, всем спасибо за внимание. Пока-пока.